Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Деревни Тимошкина. Сегодня у нас замечательный день. С утра было минус 15. Наверное, я созрел, ребят, к тому, что все, наверное, с завтрашнего дня вожу воду в канистрах. Наливаю воду и вожу в канистрах, потому что что-то мне надоело каждый день прорубать этот прорубь. Что-то как-то я устал это делать. Мне кажется, теперь легче будет, просто воду набрал с утра, привез, всех напоил, привезу литров 60 и посмотрю, насколько им этого хватит. Там вода внизу, Байкал, вода там внизу, вот дурной пес. Что-то там роет, друг. Сейчас до воды подкоп сделаешь и поплаваешь. Может, ты тут что-то закапывал на днях? Какую-нибудь косточку закопал, может? Нет, на днях костей не было. Что-то ты, хозяин, запамятовал. Костей на днях ты мне не давал. Тут что-то другое. Вода там, Байкал, вода. Сейчас мы находимся в доме. Сам дом я пока показывать не буду, потому что это будет отдельное видео на эту тему. Дом находится в состоянии ремонта. Сейчас я пришел в дом, протапливаю печку. В доме холодно, потому что печку я затопил только недавно. В общем, друзья, смотрите. Собственно, для чего я пришел сегодня снимать в доме. Хочу вам показать, что я делаю жене стол. Вот я вчера уже начал, вчера хотел поснимать это на видео, но у меня села батарейка, как обычно на морозе это и бывает, вот, и я не смог снять, но я уже, можно сказать, почти все заготовил, все заготовки сделал, ну, осталось, грубо говоря, его только собрать. Столом это назвать сложно, потому что это, скорее всего, похоже больше на этажерку, на которую можно поставить цветы, но ей такой мини-стол нужен для того, чтобы делать игрушки. Она делает игрушки, и это такой временный стол для нее, так как у нее нет ни кабинета, ничего, где она этим могла бы заниматься. Кстати, в доме на втором этаже, когда мы будем строить второй этаж, ну, пока мы заедем в дом, у нас только первый этаж будет, но когда придет время до второго этажа, и мы начнем строить второй этаж, на втором этаже планируется кабинет как для меня, чтобы я мог там спокойно делать видео и оставлять там все свои вещи, что дети не будут там бегать, не будут что-то брать, раскидывать. Также и у Любы планируется на втором этаже кабинет, где она бы могла вот заниматься своими такими творческими делами. Делаем столик, шлифуем, и потом, наверное, его можно будет покрыть какой-нибудь пропиткой. Мое рабочее место. Сделал себе вот такой вот стол. Просто два стула и лист USB. Просверливаем в брусках отверстия, чтобы не было трещины. На самом деле, ребят, вот я делаю подобные строения в первый раз. То есть раньше я такого никогда не делал. Что-то из головы, что-то из интернета, и вот что получается. Так, еще раз, два,
Три бруска таких. Вот что у нас получается, ребят. Пилил сейчас брусок, и на нем вот сучок был. Прям такой запах хвои. Сучок пилишь и прям пахнет хвоей. Люба просила сбоку ей полочки сделать, чтобы поставить туда свои инструменты для игрушек, там краски, что-то подобное. В общем, сейчас все это сделаем ей. Надеюсь, она обрадуется этому столу. Не знаю, ребят, как получается у меня. Мне кажется, что как-то коряво и некрасиво. Но я стараюсь, и я учусь в первую очередь. Теперь собираем столешницы. Вот, ребят, что получилось. Стол, этажерка, называйте как хотите. В общем, осталось это немного шлифануть. Дело и перевести его ей будет нормально. Но в принципе она что просила, чтобы было место, где делать ей игрушки, такого места ей достаточно. И она просила, чтобы были полочки сделаны. Полочки есть, куда поставить там краски, кисточки. В общем, в будущем, кстати говоря. В будущем эта этажерка пойдет под цветы. Просто ставишь ее и на нее наставляешь цветы сверху, снизу. И то есть с этим умыслом и делалось. Сейчас мы это дело все шлифуем и можно будет перевозить его.
вечером выложим на этот стол игрушки, и я вам сниму новую партию игрушек, которую она сделала. Thank you.